К 2025 году обещают сдать автомобильный мост через Бухтарминское водохранилище в Восточном Казахстане. Такие сроки, по крайней мере, озвучил профильный комитет с ремаркой «если будет финансирование». Проект с момента начала строительства водной переправы удорожал в несколько раз. Настолько, что его пришлось передать из областного бюджета в республиканский. Масштабный проект был запущен по инициативе Касым-Жомарта Токаева. Как он продвигается, мы вновь отправились на восток страны, чтобы увидеть своими глазами. Мы на Бухтарминском водохранилище. Совсем скоро, как обещают строители, здесь закончится строительство моста. Осталось буквально чуть больше 100 метров, чтобы соединить обе части. Так здесь все выглядело в августе прошлого года. Еще в 2020 году президент поручил выделить деньги на строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище. Инженерное сооружение соединит два района Восточно-Казахстанской области. Иногда успеваем, иногда нет, вот так, как сейчас. Сейчас не успели, получается? Да, да. И сколько ждать? Сейчас, получается. А зимой, когда вот сейчас вот лед когда встанет? Когда лед встанет, тогда через лед будем. А не страшно? Все же ездит, проверку же. А как часто ездите? Каждый день. Каждый день? Да. И сколько таких рейсов делаете? 2-3. А зимой как перебираетесь на другой? Через лед. Через лед? Да. А не страшно? Нет. А если провалится? Провалится. А пока идет строительство моста, местные жители переправляются на другой берег на старом пароме, который часто ломается. Сложнее всего зимой, когда судно встает на ремонт, местные на свой страх и риск проезжают по льду на машинах. Правда, иной раз спасателям приходится вызволять местных смельчаков. Николай Олегович, расскажите, какие сейчас работы проводятся на мосту? Все-таки уже зимний период начался. Сейчас, в данное время, мы производим работу, вот закончили на шестой опоре бетонирование свайного основания. Бурнобивные столбы, бетон приняли, пока температура нам позволяет это делать, потому что днем плюсовая она идет, ночью маленькая отрицательная температура. И на сегодняшний день, после уже бурнобивных столбов, сейчас как прочность бетона испытания лаборатория покажет, что все соответствует, мы начнем сборку донной опалубки под Ростерк. Это большая конструкция весом 1200 тонн, объемом 450 кубов, которая объединяет все эти свайные фундаменты. На сколько процентов сегодня готов мост? Мост готов где-то порядка 70% у нас. То есть опора у нас осталось 4 опоры, 9-я опора на том берегу. Сейчас мы на нее выходим, обустройство делаем, чтобы загнать туда буровую технику и начать бурение. Потом 8-я, 7-я и вот здесь 6-я получается. Если температура будет позволять, в этом году мы закончим 6-ю опору полностью под самый верх, под монтаж балок. С той стороны 9-ю опору начнем бурение бурнобивных столбов. Сроки сдачи в эксплуатацию моста сдвигались уже несколько раз. Инженеры выбивались из графика из-за сложных рельефов местности, погодных условий, а также трудности возникали с поставками строительных материалов на объект. А потом и вовсе случилось удорожание проекта из-за повышения цен на металл. Изначально речь шла о завершении проекта под занавес 2023 года. Этим летом строителям стали задерживать зарплату. Что затягивает его строительство? Мы не можем сказать, что реально процесс строительства затягивается. Основные два вопроса. Это первый вопрос, это касается финансирования, так как проект крупный, то есть он требует определенных, значит, своевременных капиталовложений. Сейчас данный вопрос уже практически решен. Наверное, как вам известно, сейчас у нас меняется заказчик, сейчас идет процесс перезаключения договора. До конца текущего года нас проинформировали о том, что будут выделять 5 миллиардов тенге. Я так понимаю, сейчас идет передача, да, подряд? Мы как заказчик. Область уже передали. Передали. Передали, акт приема передачи все подписали. Угу. Полтора месяца почти все акты выполненных работ. Это же сейчас заказчик меняется. Поэтому мы полностью больше 3200 позиций смотрели все по смете, какая стоимость, по актам принятых и остаточный объем.
Совместно с Казавтожолом полностью все это просмотрели, проверили, подписали разграничительную ведомость. Все это передали. Ну, смотрите, стоимость возросла, и причем в разы, да, с 30 до 100 миллиардов. А почему произошло такое удорожание? Здесь я поясню, стоимость возросла не на 100 миллиардов, стоимость возросла на 60 миллиардов, то есть практически в два раза выросла. Причиной тому является проведение корректировки проекта, то есть два раза проводилась корректировка. Первая корректировка, это было связано с тем, что возникла необходимость включения в проект подъездной автомобильной дороги протяженностью 18 километров с левого берега, по которой мы сейчас проехали. То есть без данной автомобильной дороги эксплуатация в данном моста, как бы, она не имела никакого смысла. В связи с чем первая корректировка была проведена, вторая корректировка была проведена по причине резкого увеличения стоимости металлоконструкции. В 2020 году мы начали реализацию. Первый год там выделено было 200 миллионов тенге. Потом в 2021 году, в связи с тем, что строительство моста должно было производиться с плавучих понтонов, но таких в Казахстане не оказалось. Также, так как проект был разработан в 2017 году, проект уже устарел, поэтому было принято решение по корректировке. А в чем уникальность проекта? Уникальность проекта, ну, во-первых, в Казахстане, допустим, я уже больше 20 лет в мостостроительной отрасли работаю. Уникальность его в том, что через открытую воду такой длины мост. Такой длинный мост, плюс к этому у нас очень сложное дно в плане рельефа и геологии. В этом вот сложность заключается. Ну и пролетное строение, допустим, вот такого типа, 64 метра. Допустим, в Российской Федерации сам завод-изготовитель говорит, что только всего лишь два моста делали с такими пролетными строениями, именно такого типа, по 64 метра. Проект сам технически был оптимизирован. Если раньше в проекте предусматривалось около 7 тысяч металлов проката, на данный момент с учетом корректировки металлоемкость проекта была снижена. Сейчас для проекта необходимо около 4 тысяч тонн металлоконструкции. Единственная проблема сейчас вот немножко затянулась в процессе с передачи данного моста в республиканскую собственность. Сейчас мы ждем финансирования. Что сейчас мешает завершить и в какой отрезок временной вы хотите уложиться? Ну, планируем, как уже было ранее сказано, что в следующем году мост сдавать. Ну, сейчас в данном случае нам может помешать только погода. Допустим, монтаж пролетных строений металлических. Вот мы монтируем балки, да? Каждая балка весит 70 тонн, длиной 64 метра. Краны могут работать только при ветре не более 6 метров в секунду. А здесь, в данном случае, ветра бывают и более сильные. Поэтому даже если солнышко и температура позволяет, а ветер нет, то есть у нас как бы только погода приостанавливает. Во всем остальном у нас проблем никаких нет. За зиму нам обещает Курган-Стальмост привести половину неразрезного пролетного строения. Это именно который будет проход 75 метров, где корабли будут проходить. И мы планируем за зиму собрать половину пролетного строения неразрезного. И чтобы весной, к моменту навигации, уже открыть под ним судоходство. Угу. Ну, то есть вы рассчитываете все-таки в 2025 году, как было задумано, сдать мост? В 24-м, если быть точным. В 24-м, да. Ну, сейчас сроки сдвинули, да? Да, 25-м. Да, да. Ну, будем надеяться, да. Потому что, видите, у нас корректировка шла практически 9 месяцев. Полностью поменялся конструктив моста, чтобы сделать удешевление проекта. Потому что если бы тот проект, в котором виде он был первоначальном, если бы мы его пересчитывали, там металла еще больше. Жители четырех районов постоянно пользуются. 30 лет ждут этот мост, поэтому мы надеемся на следующий год при должном финансировании завершим технически, проезд полностью дадим, а там уже мы до конца следующего года при должном финансировании это закончим.
Местные жители ждут мост уже более 50 лет. В какой-то момент люди стали переживать, что мегастройка рискует превратиться в долгострой. Вечно ломающиеся старые паромы уже доживают свой век, едва справляясь с возросшим потоком людей и машин через Бухтарму. И судно вряд ли выдержит еще несколько лет эксплуатации.